Всем привет! Сегодня готовлю простой легкий салат с грибочками, который получается очень вкусный и аппетитный. 3-4 отварных картофеля нарезаем средним кубиком. У маринованных грибов у меня опята сливаем в жидкость и промываем в воде. Выкладываем в тарелку к картофелю. Нарезаем зеленый лук и выкладываем к грибочкам. Также измельчаем укроп. По желанию еще можно добавить один зубчик измельченного чеснока. Солим, перчим по вкусу. Добавляем немного оливкового или растительного масла и все хорошо перемешиваем. Наш салатик готов, можно подавать к столу. Грибы можно использовать любые, на ваш вкус. Как видите, готовится совсем быстро и легко. А получается аппетитный, ароматный и очень вкусный салат. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пока-пока!